В пятницу, 31 июля, в Рязанской области стартовал третий форум древних городов. Основной тематикой форума выбраны города и села Рязанской области старше 500 лет. Накануне форума центральной части древней гостеприимной Рязани был присвоен статус исторического поселения регионального значения, особенно важный для нашего города, для нашей истории и культуры. Утверждены границы территории и предмет охраны. А это значит, что теперь мы сможем вести более эффективную, целенаправленную работу по сохранению исторического пространства Рязани. Обеспечить его развитие и баланс между старым и новым. В рамках работы онлайн-площадок третьего форума древних городов состоится научная конференция, пленарное заседание участников, круглые столы, арт-проекты, а также видеопутешествия по древним населенным пунктам Рязанской области. Хочу отметить, что Рязанская область оказалась в числе немногих регионов, которые начали реализовывать этот проект. Если быть точным, мы шестые в России. Вместе с Самарой, Казанью, Вологдой, Севастополем и Томском. Мы отвечаем за будущее наших древних городов. Несем ответственность перед потомками за сохранение их исторической уникальности и в то же время продолжаем развитие, работу по благоустройству и созданию комфортных условий для жизни людей. Уверен, что общими усилиями мы добьемся этой цели, все вместе сделаем много доброго и полезного. Среди тем, которые обсудили участники форума, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, историко-культурное наследие древних городов, сел и деревень муниципалитетов, сохранение местных традиций, краеведческие исследования, промыслы, памятники, развитие туристического потенциала древних поселений Рязанской области и совершенствование волонтерской работы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».